Никит, какие эмоции после такого матча, который заканчивался очень-очень непросто? Ну, положительные эмоции. Главное, выиграли. Идем дальше. Понервничали после пропущенной шайбы? Ну, неприятный момент, конечно, был. То, что еще из средней зоны нам забили, но мы понимали то, что надо удержать счет и выиграть. Ваш строй сегодня пожестче играл в сравнении с предыдущей игрой? Было какое-то на пятачке там биться, бороться? Да нет, я думаю, игра плов обычная была. То есть вот комбинационный хоккей, он у вас не ушел там в угоду именно вот силовому, который в плей-офф? Как-то пришлось перестроиться, скажем так? Ну, все равно в плей-офф это другая игра, ты играешь по-другому. Но если есть возможность играть там в пас, то всегда стараемся это сделать. Почувствовали, что динамовцы игру изменили во втором и третьем периоде по сравнению с тем, как начинали? Ну, первый период немножко агрессивнее получился, потом, конечно, они перестроились, и мы тоже перестроились, и уже больше играли по счету. В большинстве что-то изменили? Сказал, что два человека, что на пятак, два нападающих. Не скажу.